по нашим данным, летом прошлого года управляющая компания визуально заметила крен нашего дома. Это 4-5 подъезд по адресу Домостроителей 34. Обратились в Главное управление строительства, застройщику ГЖБИ-3 с просьбой порекомендовать компанию, которая бы сделала экспертизу и установила истинное состояние дома. Нашлась компания «Геофон Плюс», которая сделала обследование дома. Оно было готово где-то осенью, но собственникам сообщили в конце ноября, в начале декабря, да, то есть о состоянии дома. То есть было проведено управляющей компанией собрание, где вот, соответственно, эту печальную ситуацию все рассказали, что дом находится под наклоном, то есть возникают неравномерные осадки, то есть в поперечном направлении дом наклонился на 18 сантиметров, в продольном на 50 с чем-то. Людей не слышат, когда мы начинаем говорить о ремонте. Нам говорят, это деятельность хозяйствующих субъектов, управляющей компании и подрядчика, и собственники не вправе вмешиваться в их деятельность. Мы крайне возмущены, нас никто не слышит. Нам никто не хочет идти навстречу, нам ничего не осталось, как вот сегодня выйти с вот этими плакатами на улицу. Ну вот представьте, люди живут в комфортных условиях с детьми, и они покидают квартиры, то есть просто оставляют. Мы не можем квартиру ни продать, ни сдать, мы просто ее оставили. Причем мы продолжаем платить коммунальные и живем у родителей.